мы удостоились чести на Нижегородской земле приветствовать финалистов Олимпиады по физической культуре и спорта. Это очень масштабное мероприятие, которое проходит, и те, кто принимает, конечно же, несут большую ответственность за это мероприятие. Я всем участникам желаю победы и достижения тех целей, с которыми они сюда приехали. Предмет физической культуры – это разносторонний предмет. И вы поверьте, что эти ребята не только хорошо развиты физически, но они очень хорошо развиты интеллектуально. Мне здесь очень нравится. Здесь очень красивая, классная спортивная база. Очень все оборудовано хорошо. Также очень приветливые жюри. Ну, как-то они не вызывают чувства страха, а как-то поддерживают, и становится легче все проходить. Организация нас в этом году поразила своим благополучием, так скажем. Впервые мы проводим Олимпиаду на такой шикарной базе, где созданы для детей все условия. Спасибо, конечно, и организаторам, и Нижегородскому университету, который нас принимает. Ну а что мы ждем от нашей команды? Мы ждем, конечно, хороших результатов, не меньше, чем в прошлом году. Наверное, самое сложное было это настроиться на каждый этап, потому что все этапы очень разные, и каждый требует своей подготовки. В предыдущем году я выступил достаточно плохо из-за прикладной, я на ней провалился, из-за этого мне не хватило немного баллов, чтобы я попал в призеры, но в этом году я упорно тренировался и выиграл прикладную, и еще добавок к этому стал абсолютным победителем. Хотел бы поблагодарить весь тренерский штаб сборной Москвы. Хотел бы сказать спасибо за их терпение, трудолюбие, за то, что они столько помогали нам. Большое спасибо хочу сказать им. Также хочу сказать спасибо своей маме. Я очень ее люблю.